Доброго здоров'ячка, хунта і хунтенята. Сьогодні день народження великої людини. Великої у тому сенсі, що стільки ненависті, горя, сліз і крові, скільки розлила світом ця істота, мало кому в історії людства вдавалося розлити. Так співпало, що Василь Рибніков якраз написав чудового текста за мотивами того, що зараз відбувається в Нарусії. Тож Пенс приєднується до побажань найшвидшого сконання і самому керманичу країни бензоколонки, і його потворній країні. Одразу попереджаю, все, що ви почуєте, це сарказм. Не треба сприймати абсолютно все, що я зараз скажу, із серйозним виразом обличчя. Сенсаційне заявлення президента РФ Владимира Тупіна о невигідному світі, в котором виставляють несостоявшийся український народ російські телеканали, видавило із зірок православного екрана не тільки підспудну спесь, но й єхідні ухмилочки, за які їм по-хорошому слідувало би порвати рот, но всьому своє время. Разберем, что именно сказал ВВХ на межпланетном дискуссионном клубе «Валдай». Ссылка раз в описании. Сначала Тупин сказал традиционную шутку. Наши телеканалы, ха-ха-ха, ведут хи-хи-хи, как это не покажется смешно и странно, независимую политику. Короче, если бы у них были яйца дедушки, накрылись бы они половыми органами бабушки, это понятно. Потом он сказал, если вы говорите, что они плохо показывают Украину, я с вами согласен, если это так, и если это так, то мы не должны, если это так, говорить плохо о народе, если это не так, а если это так, надо говорить плохо только об украинских властях, если это, конечно, так. Разумеется, это не так, и кому как не Тупину знать, как оно на самом деле так. Обратимся хотя бы к нашумевшему факту смерти рядового москвича, который во время просмотра новостей, а в российских новостях говорится всегда понятно про какую страну, нащупал в темноте кусок сала, сунул его в рот и удавился. Ссылка в описании 2. Каково же было удивление врачей, когда выяснилось, что причиной смерти 56-летнего потомка победителей фашизма стала попытка закричать «Так вам и надо, бендеровские же!» Но сало не дало. Проведенная проверка выявила, что оно было санкционным. И это не единичный случай. Однако дает ли это российским телевизионным журналистам право глумиться над отцовскими советами Владимира Владимировича, так как это сделала, например, раздухарившаяся Скобеева, ответившая вождю улыбочкой? Ссылка 3 в описании. Улыбочка у нее. Ты кому улыбишься, скука, подмывает спросить, но нельзя. Свобода слова. Свобода слова по всей стране. С другой стороны, как раз в это время российская пресса обсуждала новость о том, как в кулуарах ПАСЕ группа украинских депутатов заняла все туалетные кабинки, чтобы не пустить туда делегата от России Кашина. Исправлять бы Кашину в лапоть и вазочку, кабы не веселый депутат из Голландии, который дал потерпевшему ключи от туалета для трансгендеров, где русским депутатам без труда владела бородатая Кончита Вурст, которая все это и задумала. Узнав о таком событии, Николай Яныч Азаров усрались прямо среди российских берез. За Азаровым последовал сенатор Пушков, ссылка 4 в описании, и многие другие, пока не стало известно, что новость полностью выдумана российским издательским домом «Панорама», ссылка 5 в описании. Разумеется, более невыгодного света, чем не пустить русского человека в туалет, придумать сложно. Но, во-первых, знает ли вообще русский человек, что такое туалет? И зачем такие сложности, если вокруг много других красивых мест? Во-вторых, против кого направлена эта новость? Против Украины, украинского народа или украинских властей? Конечно же, исключительно против властей, а значит, не такая уж это и выдумка. Если мы возьмем международный аспект, то незавидный муж Скобеевой товарищ Попов Евгений, которого звероподобный украинский депутат Береза, как известно, в свое время не только безропотно пускал в туалет ПАСЕ, но и неоднократно запирал там до утра, пишет вроде бы правильно, ссылка 6 в описании. Если мы не обсудим Украину, за нас ее обсудят солдаты НАТО. Пытались же они когда-то подменить мочу российских спортсменов на свою, а это было куда сложнее.
Между тем, после этих неосторожных слов многие внимательные наблюдатели заговорили о том, что Попов Евгений, кажется, вслед за своей преобразившей женой, тоже смеется над товарищем ВВХ Тупиным. Конечно же, товарищ Тупин любит пошутить, и это вне всяких сомнений как раз тот случай, однако шутить в ответ великому вождю в России всегда означало, что кто-то, кажется, чересчур зажрался, а это неправильно, народ не поймет. И если человек тонкой заднепроходной чувствительности Владимир Соловьев в ответ на путинский призыв об Украине сделал вид, что полностью увлечен борьбой с поклепами национал-предателя Гребенщикова Б., то Скобеева и Попов, кажется, таки дошутились. А пока суд да дело, посмотрите правдивые новости о том, как в Польше украинского зарабичанина заставили заговорить по-русски, есть бендеровский флаг и танцевать барыню. Ссылка 7 в описании. Всех желающих помочь украинской армии сделать так, чтобы российские пропагандисты поменьше улыбались для их же собственного блага, просят обращаться в фонд «Повернись живым». Ссылка на страницу фонда в Facebook в описании. Ссылка 8. Підписуйтесь на Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім дзвоник. Ставте лайки, поширюйте ролики, додавайте їх до своїх плейлистів, бо частину прибутку Пенс направить бійцям на перемогу. Тож це буде і ваш внесок у перемогу України.